Турнире нас ждут, мне кажется, необычные матчи. Почему? Потому что составы совершенно разные. Здесь мы видим, что присутствуют такие команды, как М19, Авангард. Это, ну, можно сказать, что профессиональные команды, которые уже участвовали не в одних турнирах по PlayerUnknown Battlegrounds и показывали хороший результат. А по командам, наверное, киберспортсменов, может быть, пройтись, но я думаю, их много кто знает, все их знают. А, допустим, если мы возьмем команду «Авангард», где у нас состав из Мумино, Кина, Дрейниса и Анюкютив. К сожалению, я надеюсь, я правильно произношу данный ник. Анюктив. Анюктив, да, окей. А, ну, буду в любом случае немножко иногда путаться. А, ребята, если им память не изменяет, выиграли отборочные, должны были ехать в Окленд. Так. Но кому-то из них не дали визу. И в итоге дисквалифицировали на ESL. Ну, а у нас начинается тем временем первая битва, первая катка, в которой мы надеемся увидеть экшон. Поехали. Давай, парни, собрались? Ой, все, сейчас я не буду кричать, это сейчас интернет опять вылетит. Вы должны разозлиться. Я, наверное, не буду жить. Да, у меня звук сломан и подпушили. Ну, бывает. Челики по помойке слутают, смотрите. Рип. Ну ничего, ничего. Передо мной, типа, прямо на тебя. Понял, на мочке. Понял. Взлетает. Хорош. И баба, возьми, я там 6 тачек едут, я, мне кажется, все на скалы едут. Да, у Кина там веселух там. Я вот здесь в очень хорошей зоне. Вырубил одного. Окей, тут смоки эти конченые, пес. Блять, сори, нахуй. Я, блядь, все смоки закидал, пацаны. Я бустоюсь. Смотрите, чтоб сверху нам не дошли. Если что, на СЕ сидит, типа. Мы в зоне прям, пацаны, прям в центре. Прикройте жену. Убил двоих справа. Вот одного убили. Кто там сверху? Сверху надо мной пришел, блядь. Хорош. Ты вырубил только его. Я в курсе. Ёпта. Еще бежит один. В третьем шлеме, сучара. Бля. Третье место. Нормально. Ну ещё втроём, третье место. Ну, нормальный результат. У меня три убийства. Там шпрехи идут. Жёсткие прям. На красном. Бля, я помню. С горы сейчас стреляют. Я на себя немножко переотвлёк внимание. Парни, я здесь вышел. Я у грибка вышел. Короче, у грибе не по факту, да, или я как? Я в грибе, езжайте ко мне. В башне магов трое человек в башне магов, то есть при этом, а где четвертый у них? Я что-то не понимаю немножко, скорее всего, пропустил этот момент. Но в любом случае, они сейчас в башне магов, колеса и всех машин их сняли. То есть, скорее всего, они там остались без транспорта, сейчас Алексей потом покажет. Вот Мумино пытается выйти, по Мумино работает непосредственно Макатау, его сквад работает по Мумино, Мумино накаливают, а Мумино вынужден лечиться. Живешь? Нет, все, я труп. Откуда он у тебя хотя бы? Из починок? Ангаров, они хорошо работают. Ну, я двоих убил. Я просто в центре круга лечь, мне кажется. Да, нет, вот эти, там домики зайти. Там домик... Номик все занимать, наверное, сами будут. Может, мне какой-то куст просто занять? Да, сам, смотри, сам играй, короче. Стоит вставать и расстрелять, ребят, сейчас я буду мыть. Смотри это место. Не стреляет. Могу поднасрать им сейчас жестко. Наверное, пускай стреляет со всеми. Ты в следующем круге опять? Да. Терпеть я буду просто. Я, в принципе, всех знаю, где. Тут низина, правда, некомфортная, но... Правых, мне кажется, надо убирать. Это плохо. Вырубил одного. Бустуйся еще раз. Хорош, Оник. Походу, это ластовый, вон там. Да, один-один остался. Посмотрите, что происходит. Голый Макатау. Сейчас будет говорить, давай смахнемся. По-моему, предлагает ему дуэль на сковородках. Он предлагает Ануктив. Сейчас, по-моему, сейчас говорит, кивает. А если у Ануктива есть сковородка? Давайте посмотрим.
Да, есть сковородка. Да, ну ты понял, вроде переключался на сковородку, вроде бы понял. Но я не знаю, даст ли капитан команды возможность ему сыграть в эту по сковородкам. Выходит, выходит на него Нуктив. И, конечно, всего лишь один выстрел понадобится, чтобы убить Макатау. Джиджи, друзья, джиджи. Это было просто это бесподобно. Было просто великолепно, друзья, вы сами все видели. Я бы с удовольствием, на самом деле, посмотрел бы с удовольствием дуэль. Просто Нуктив красава. Просто красавчик. Нуктив, если ты нас слышишь. Ты просто красавчик. Красавчик просто. Ну что, первое просто место здорово. У нас занимает команда... Авангар в составе, да. Благодаря Аннуктиву, благодаря его действиям, благодаря просто его затащил. Стрельбе. Они сейчас ему просто орут, наверное, в уши. Затащил, красавчик! Это и действительно. Поцеловашки так. Сразу же. А второй. Ну да, Этлан, тебе только поцелуй. Ты заслужил поцелуйчика капитана. Давай, давай. Красиво сыграл. Я подставил щеку. Спасибо. Самолет начинает потихоньку вылетать. Мы будем наблюдать за его сейчас траекторией. И я, если честно, я жду, вот, знаешь, что турнир смотреть? Я жду вот этот челлендж, потому что серьезно. Мясо на вышке. Просто мясо. Но давайте, друзья, вернемся теперь к карте и посмотрим, кто куда высаживается. Костик, еще один сквад у нас. Да, кстати, мы замечаем, что Мумино и его команда лутают снова Георгополь. Просто лутают снова Георгополь и уже, по-моему, в третий раз они лутают его. Да, кстати, им нравится там лут, они знают, они же знают секрет. Ну, команда Авангард что-то знает, да. То есть это явно. Ким, третье лицо не забудь. Лол. Ты Макс тоже забыл, Жан? Да. Я от первого сижу, катаю. Бля, от души, братан, спасибо, что напомнил. Отвечай, это все. Бля. Прям убивает. Жан тоже тогда забыл, да? А, от третьего я играл. От первого, то есть. Бля. Поехали. Дренис свет мигнул, пишет. Дренис. Он вылетел, походу. Ты загрузишься? Не, ну я гружусь, ну типа. С города его. Я тебя прикрываю, тебя, да, это убили. Окей. Я буду без глушака работать сейчас. Сэмки. Здесь комфортно. Да, мы давай, потому что пересидим сейчас, не будем пехаться. Да, я справился, я не вижу. Я хилюсь. Так, меня... Не знаю, откуда пока играй сам, я пока думаю. Меня откуда-то другое место вообще рубанули. А, сверху. 240. Ты один пока, с боком. Да. Да, такая зона. А мы переключаемся на самолет и смотрим же, где он летит. Ну что, будет вышка сегодня или нет? По-моему, давайте да. Смотреть. По-моему, да. Да, должна быть вышка. И прыгают. И посмотрим сейчас, куда летят команды. У нас два лидирующих. Два лидирующих. Ник, кто же? Нет, не смог приземлиться. Викандри не смогла приземлиться. Векан приземляется. Красавчик, у Викандри был просто... Вика хотела телефон, и Вики просто не удалось. Вот я кул, я нагнул, так говорит. Красавчик, Векан. Короче, челик АФК, я давить его, наверное, не буду по фейерплею. Я хз. Я, наверное, не буду. Я не буду, я поехал, короче, пускай лежит. Бил, короче. Если он недалеко, убьёшь. Фейерплею, как бы, ты кил берешь и все, вот тебе фейерплей. 10 очков, да? Бля, ладно. Шей спросил, он же меня убил. А где он тебя убил? Да я вылетел. А, это шей добыл, да? Фаерплей это когда ты видишь врага, ты убиваешь врага. Нифига там в елках уже сидят, бля, чуваки, бля. Ну, стрим. Вот этот вот дом свободный, парни. Слышишь, который снизу? Давай. Да? Да, он свободный. Там еще дроп лежит рядом. Погоди, это где? Там и дача еще. Выйти, вот дома есть УАЗик стоит. Я проехал возле них. Слышь? Какой-то баран меня бодает. Сейчас еду. Отель, что там, Кит? Отель, я проезжаю. Никто не стреляет пока. По мне работает. С отеля никто не стреляет. Вот этих домах никто не стреляет меня. Все, занимаем. Участник. Еретик убивает у нас не подарочка. И, по-моему, сквад полностью от Дескина теперь проиграл. Давайте посмотрим, здесь еще... Кейка я не вижу.
А команда авангар в полном составе сидит и не дает сейчас. Да, Мумино накаливает. По Мумино попадает граната. Мумино вынужден лечиться. Мумино сейчас будет отхиливаться полностью. А Кейка должен сейчас. Ой, Ламу должен сейчас поднимать. Но я думаю, здесь виноград уже с Ламой и с пижамой не выйдут. Тут просто все в одной точке. Все. Посмотри, здесь на открытой местности. Один перебегает за двухэтажный дом. За двухэтажным домом, пацаны, впереди. За домом двое, за будкой. Будку не вижу. Я вижу. 5 секунд до зоны. Сейчас побегут. Двое за будкой, да. Я за дом закрываю, я вижу за домом все. По одному. Их там трое, парни. Одного ног. Еще должен быть. Еще на 75, там же нок, где нок нужен. На дереве на этом. Вижу. Он там лежит. На дерево, перед мной. Бля, где сзади, парни? Убил. Забор, прикрывай. Я ослеплен. Я лежу, парни. Берем, впереди. Хорош, Дрэнни. За дерево. Вижу, и за камнем еще. А вот здесь справа есть кто-нибудь? Прям красный. Лоу дал. Блядь. Хорош. Я, кстати, в сейве буду. Один-один остался. Брат! Я жив. Погоди, еще. Я знаю, один на один. Он на 100, остался за УАЗом на 100. Я вижу, он на вазе, Да. Да. Главное, чтобы что не кидал. Контролю хае. Кидает, да? Кидает хае. Да, кинул. Не докинул. Больше да. Нет, кидает стрела, граната, двое бегут, скорее всего, кто-то из них слепой. Кидается, раскидываются патроны влево и вправо. Инкьютив идет, штурмует слева, обходит его. Готов, Снупис к этому, Снупис перестреливает авангарда. У него нету патрона, точнее, у него нету хп, практически нет хп, вынужден хилиться. Дренис будет сейчас штурмовать, он понимает, что нет хп. И красиво просто добивает Снупикса у нас Дренис. Потому что он понимает, что ему слишком много было урона внесено уже. Как бы этот человек хилится, раз он не несет ответного огня. GG, друзья. Это просто было великолепно. Почти, Снупикс почти заточил. Очень было просто, блин, меня разрывают эти эмоции. Слева, хилится. Хорош, Дренис, батька просто. Найс! Хорош, дядька. Отлично, пацаны. Сколько? 4. 2. Так, хорош, 1. 13, что ли? Жан, я, знаешь почему? Я знаю, что я ошибку сделал. Вот ты первую игру, когда вы, этот, как его, ливанул, тебе надо было выйти из игры. Из-за этого, видишь, тебя тут дропнуло. Ты же закинул. Я же не знаю, ну я тебе же сказал, после каждой игры надо выходить из игры. Но я после каждой игры не выходил. Хорошо, нет, ничего. Играйте после чего. Мы нормально сидим. По мосту. По моему? По нашему. Попали? По трех домам. У него колеса нет. Были. Опа! Хорошо. Да, хорош. Надо бить, дядь. Не видно сверху его? Маненка и Сеги, хорошая позиция, они находятся в зоне, выходят они кьюти по Снупиксу, пытаются работать вместе с Дренисом, двоичка, пытаются зажать его, потому что в ДД кнопнули, Снупикс выходит, но Снупикса также убивает, поднимает, пытается, сзади сейчас заходит Ануктив, убивает садовника, просто легко Дренис на поддержке, на изи разобрали команду Макатау, быть может, именно потому что не было Макатау вместе с ними. У нас три дуо остались, но Кейк сейчас на коленях, и скорее всего Виноград не будет его резать, он, да, он бежит просто в башню. Хорош, награжден уже, хорош! Молодец. 10 секунд. Надо тащить, брат. Смотри, враги, короче, на метке. Один был на желтой. Нет, не выжимает. У Сеги остается укрытие, но у него руки торчат. Сега четкими выстрелами нокается от Дренниса. Красавец! Добивает Дренис его полностью. Шаманенок остается один в безвыходной ситуации. Почему? Потому что по центру зона двое человек без проблем должны заштурмовать дом, даже если Шаманенок выбежит один. Им придется бежать. Я сомневаюсь, что он перестреляет именно Дренниса и Анюкитива. Реполз. Анюкитив встает, делает очередь полностью, и Шаманенок ушибает Анюкитива. Один в один остались. Дренис знает, что у него также нет. Точнее, у Шаманенка минус Шаманенок. 13 патронов осталось у него всего. Скорее всего, его сейчас зона будет выжимать. Дренис выходит, да делает Шаманенок, делает очередь. Жми просто стрелян. Он успел призарядиться? Успел. GG, друзья. GG. Вот так вот мы списывали команду на Багабума со счета. GG.
Бля, у него три... Он пиздато все сделал справа. Блядь, почему я не знал, что он один? Почему я не знал, что он один? Я не знал, что он один. Я не знал, что он один. Я думал, что их двое. Блять, надеюсь, мы выиграем это дерьмо. Это ошибка, мне прям очень стыдно. Такая тупая. Блогеров, давайте посмотрим на результаты таблицы, потому что мне интересно так же, как и вам. Да, да, как я и думал. На первом месте заслуженно. И, простите, может быть, кто-то сейчас польет меня, там, закидает меня помидорами, но я лично так и предполагал. Эта команда достойна того, чтобы быть на первом месте. Авангард. Команда профессиональных киберспортсменов по дисциплине PlayerUnknown's Battleground, которые отбирались на соревнования в Окленде, доказали в очередной раз, что они лучшие. И это действительно очень круто. Я поздравляю Мумино, Дрейниса, Ануктива и Кина. Ребята, молодцы. В главе с Жаном занимают первое место. Это очень круто. 38 убийств и 1360 очков.